Лучшие муниципальные практики теперь представляют не только россияне. Среди докладчиков – представители Китая, Южной Кореи, Великобритании, Республик СНГ. Форум уже четвертый по счету проходил в Уфе, в здании Конгресс-холла, который в прошлом году принимал саммиты БРИКС и ШОС. Самарская делегация привезла свои наработки. На пленарном заседании о совместных мероприятиях с другими городами рассказал глава Самары Олег Фурсов. У города 24 официальных партнера, из которых один – Старозагора, побратим, и это сотрудничество принципиально важно для всей России. Установление крепких дружеских связей между отдельными городами помогает обеспечить интегрированность нашей страны в мировую экономическую, правовую, культурно-образовательную среду, делает возможным более активное развитие экономики, способствует внедрению новых технологий, сохранению и приумножению культурных ценностей. Мы видим, что вне зависимости от политической ситуации в мире, несмотря на экономические санкции и прочие барьеры, которые устанавливаются между государствами, дружба между городами-партнерами и городами-побратимами не прекращается. Люди приезжают друг к другу и продолжают дружить. Это и есть так называемая народная дипломатия. В рамках работы форума у Самары появился еще один, уже 25-й партнер. В феврале Союз российских городов договорился о сотрудничестве с Национальной ассоциацией мэров Южной Кореи. А в день форума подписано соглашение между городами Самара и Тхон-Йон. Партнерские взаимоотношения открывают большие перспективы для совместных проектов в сфере образования, культуры и туризма. Подписывая это соглашение, мы рассчитываем, что город Самара и город Тхон-Йон будут развивать свои отношения и продвигать совместные проекты в этой сфере. Союз российских городов – одна из наиболее авторитетных организаций страны. Для участия в нынешнем форуме в столицу Башкортостана съехались представители 68 муниципалитетов. Посмотреть в Уфе действительно есть на что. Город реализует 20 успешных практик, многие из которых отмечены наградами на федеральном уровне. А к моменту проведения саммитов Уфа привела в порядок более 5000 объектов. Город практически полностью избавился от незаконной уличной рекламы и сомнительного толка торговых павильонов. Фасады домов в идеальном состоянии, повсюду цветы. Самара тоже движется в этом тренде. Наша делегация привезла немало интересных проектов в сфере экономики, развития агломерации, культуры. Музыкант с мировым именем, а теперь еще и посол Самары на чемпионат мира по футболу 2018 года Сергей Войтенко представляет культурную самобытность города. Неудивительно, что лучший баянист планеты из Самары, где, собственно, и был создан первый российский баян. Кроме того, особого внимания заслуживают аэрокосмический комплекс всемирного значения, статус запасной столицы в годы войны, парад памяти, Грушинский фестиваль и многое другое, что составляет культурный облик Самары. И федеральные тренды. Год культуры, год литературы. Год кино. Нам, оказывается, есть чем гордиться. Свыше 1000 писателей так или иначе были сопряжены с этим замечательным городом на Волге. Мы собираемся ставить памятник в следующем году. 120 лет русскому баяну мы собираемся тоже громко отмечать, поэтому приглашаем всех в Самару. Мы собираемся также открыть большую школу искусств, в которой сейчас вот ведется разработка именно программы. Туда войдут и классические формы искусств, и современные формы искусств. За три дня работы форума самарская делегация смогла изучить немало интересных наработок. Достаточно отметить, что специально к мероприятию был издан сборник материалов больше 1000 страниц. Но и себя наш город представил достойно. Не случайно прозвучало предложение следующий форум провести в Самаре. Олег Зверев, Артем Сулайманов, «События. Уфа».